только не внесу, как буду прав и буду следовать идее, которые тянет то, что он сказал. А ты так говори погромче. Да, с удовольствием. Но я в духе того, что Таня сказала, что географическое образование универсальное, отличное, оно дало нам возможность выжить в любых сложных обстоятельствах. Мне тоже так, где-то лет 10 я работал, 12 в Академии наук, делал академическую карьеру научную, потом бросила меня в бюрократию, 10 лет в Министерстве окружающей среды, всегда заместителем министра, министром и так далее. И уже около 20 лет в Вашингтоне, тоже в той части, которая, так сказать, связана с окружающей средой, с географией, с экологией, так как сейчас можно модно говорить. Поэтому действительно то образование, которое нам факультет дал, это та основа, которая дает нам возможность в любых самых сложных условиях найти себя и достичь чего-то. Но я хочу поднять тост не в целом за географическое образование, географический факультет, а за наших учителей. Я один из самых счастливых за этим столом учеников Юрия Гавриловича, который меня, так сказать, выпистывал, дал мне толчок сзади двинуться вперед и защитить кандидатскую. После этого так получилось, что через некоторое время я защитил докторскую, но уже в области биологии, хотя это чисто географическая диссертация, связанная с организацией управления охраной окружающей среды. Но толчок был от нашего факультета, но главное от наших учителей, которые нам давали не столько знаний, давали возможность, не возможность, а давали, как думали нам, обучали нас, как найти пути и ключи к новым познаниям. Поэтому я хочу выпить за наших учителей и за моего Юрия Гавриловича. Ура!